Всем друзьям доброе утро. Мы проснулись, ты улыбаешься, солнышко. Это он вам улыбается, да, Мироша? Да. У нас никого нету, только мы с Мироном. В сад ребятишки уехали, в школу, и Саша поехал к своей маме в Горячие Ключи, в соседний поселок. Нужно переколоть дрова, там еще привезли машину. И Миша с ним поехал. Миша останется там, у бабушки ночевает, потому что ему завтра на соревнования, на перевал. Это тоже перевал, там рядом находится. И тренер его заберет от бабушки. Да, Мирош? А мы просыпаемся, мы сейчас покушали, вытягиваемся. Вчера в больницу ездили, да? В больницу ездили, мы на прием. Мы уже 5-100, такие большие стали. Да. 56 сантиметров. Нам второй месяц идет. Ой, он так вытягивается. Все косточки тянет. Вот, козы. Молодец, козы. Тут у меня подтекает. Так удобно с этой кроваткой, ребята. Вот моя кровать. Вот ребенок тут рядом. Я тут же его обслуживаю. Вот что-то он срыгнул, чтобы все, вот не подскакивать к большой кровати туда. Ночная такая кроватка. Но единственное, что когда он будет ползать, это, конечно, не подойдет. Потому что, видите, борта какие маленькие, он упадет. Буквально вот, может быть, до 3 месяцев. 4, не знаю. Вот. Время у нас без 15:09. Ну, я-то уже поднималась, собирала ребятишек в сад и в школу. Легла, думала, посплю немножко. Потому что все равно Мирон просыпается. Улыбашки вам. Просыпается ночью. Конечно, мама немножко не досыпает. Может быть, там часик, полтора-два. Но что-то я не могу никак уснуть. Всякие мысли лезут. Что да как, да что, кого там. Начинаешь перебирать, как там Дима учится, как там малыши в саду сейчас. Ну, вот эти переживания обычные. Мамковские переживания какие-нибудь. И я уже не могу уснуть. Сейчас буду вставать. Ну и смотрю, Мирон уже все кряхтит тут не дает. Кряхтун такой. Ой, такие улыбаски. Надо сфотать. Так, я тебя сфотаю. Вот так. Фоточку сразу на телефоне делаю. Удобно. Будем все вставать. В общем, у врача были вчера все хорошо. Слава богу, узких специалистов еще не проходили к нам, когда приедут, нас вызовут. Вот, нам никуда не надо ехать, надеюсь. Специалисты приедут потом или школьников смотреть, или детский сад. И заодно малыши там тоже проходят. Вот. В общем, к нам в поселок приезжают. Или в Листвянку приедут, нас позовут, позвонят нам. Ну, так все хорошо, сказали. Нормально вес набрали. Головка уже держит так прилично. Все хорошо. Ну все, будем подниматься. Тоже, друзья, вы спрашиваете, почему долго не было видео? Потому что в связи с этими событиями в Крокус-Сити как-то было вообще неприятно их выпускать. Мы до этого выложили видео про Байкал. Тоже мне было неприятно, что, наверное, не надо было его выкладывать. Ну и вот день рождения Лизина. Ну, какое-то время я, конечно, ничего не выкладывала, потому что тоже очень переживали за людей, за все. Очень страшные события, не дай бог никому вообще. Постоянно на новостях. Но уже сейчас стала не смотреть, потому что, ну, чувствую, психика не выдержит. Это очень страшно, не дай бог. Эти все переживания. Ну, как-то надо жить. Продолжать, поэтому потихонечку будем начинать снимать. Пойду сейчас помоюсь, пока Мирон там еще лежит. Вот. У нас сегодня был первый дождик, представляете? Первый дождь. Сейчас покажу вам. Так, окна немножко грязноваты с той стороны. Ну вот видно, что мокро, все, сыро. Крыша мокрая, дала ребятишкам зонтики сегодня, он крыльцо сырое. Вот. Так что у нас почти все растаяло, снега было нынче не так много. Аккуратненько все сходит, без всяких таких потопов в огороде. Сад весь растаял тоже.
хорошо. Надо выйти в сад и пролить кусты смородины кипятком. Как времечко будет, я это сделаю. Это у нас тоже насекомые начинают потом ягодку кушать, плести там свою паутину. Надо как-то избавиться от этого. Ну что, Мирошка? Уже не хочешь один тут, да? Не хочешь? Положу его немножко тут поиграть самостоятельно, скажи, без мамы, пока мама там на кухне. Я тут прям вот рядом, не оставляю его. А он устал уже, да? Ванюша пошел у нас на тренировку, там дождик, дала зонт ему. Всем нужно ему идти обязательно, много пропустил уже. То болели, то холодно, то еще что-нибудь, то там лужи разлились, не пройти. Одел резиновые сапоги и пошел с зонтиком. Все. Да? А ты уже вырос из этих своих комбинезончиков, да? Ты пухляш мой. Ты мой пухляш. Давай песенку включим. Песенка, смотри, какая. Пианинка тут ему включает. То на эту сторону, то на ту кладу. Чтобы он поворачивал голову. Да, поворачивал голову. Скоро спать пойдем. Покушали, поиграли. Животик помяли. Маму обрыгали. Все как нужно, все по правилам. Как без этого-то даже? Зайчонок. Я, если честно, сегодня пересматриваю свои старые видео. 18-й год, представляете? У меня видео на канале за 7 лет. Тут уже дети просто выросли, в школу пошли некоторые. Еще тут даже нерожденные есть, смотришь. Это так приятно вообще. Вот просто даже для себя снимать, складывать это в архив. Все могут посмотреть, мы можем посмотреть, дети из любой точки мира, когда вырастут, могут посмотреть, если YouTube будет существовать. Мы в свое время сохраняли еще на жесткий диск, но сейчас уже все полником, и уже сейчас перестали сохранять, не знаю. Уже только на канале все это есть, как Мирошка уже родился там, тем более. Никто никуда не сохранял, но я думаю, что надо хотя бы какие-то важные моменты сохранить. Мало ли что случится, и вообще канал пропадет, и YouTube может закроет или еще что-нибудь. Ну, будем надеяться, что все будет нормально. Ну, в общем, пересматривала сегодня видео, пока тут с Мироном была ностальгия. Ну, Санька маленький. Привет. Животных смотрим. Но лишь бы не разбудить этого маленького. Такой сладкий сон. Да. Да, животика мне двигает. Так, всем еще раз большой привет. У Вани сегодня самые первые соревнования. Да, Ванюш? Едет на перевал. Сейчас папа его увезет. У нас, смотрите, вот уже почти все растаяло. А там снег лежит. Мы с вами там много раз были. Местность немного повыше, поэтому снег там еще не растаял. Вот. Согревается. И Миша там будет. Миша сейчас у бабушки. Тренер заберет. Ты взял вторые варежки, перчатки? Чай взял? Забыл. Бутылку с водой. А, вон бутылка еще с водой, да. Угу. Санька проснулся. Мама. Привет, Саня. Привет. А почему Миша у бабушки? Время вот так. Ну, потому что они вчера с папой дрова там кололи. И сегодня тренер его заберет. Там поставь. Рядом. Поставь. Перевал рядом. По бокам, Ваня, термоса поставь. Сейчас до базы Саша довезет его, там уже с тренером. Все, одежду теплую взяли. А шапку не надо ему теплую еще одну? Это потоньше. Ну давай, Ваня, удачи с Богом. Да не одевай пока, что я сниму. У нас
всю ночь почти дождь был. Повыше, Ваня, поиски вот эти, не валяй в грязи. Ну давай, все, пока. Там еще ребята поедут. Не знаю, кто-то из других, может быть, поселков туда приедет. Вроде как закрытие сезона, что ли. Вот Ванюшу тоже позвали, пригласили. Это его самые первые соревнования. Он недавно стал ходить на лыжи. Ну, там биатлон потом, наверное. Сейчас пока лыжи у них. А на этот вид спорта почти все мои дети старшие ходили. Миша до сих пор ходит. Сейчас иду, подожди, дочь. Это что, никакая не была я. Футболки. Ты что, оделась? Теперь нужно заплестись, причесаться. Просто для дома. Сегодня у нас суббота. Сегодня дома. Сёма спит, и все остальные детки спят. Дима приехал вчера тоже. Ай, отсыпаются. Ну что, Саня, пойдешь творожок кушать? Я сделала сама. Пойдешь? Алиса уже покушала. Что, тебе мультики включить? Да? Игрушки. Игрушки. А наверху мне просто включать, тебе нельзя. Там не надо, сейчас ребятишки спят, внизу сидите. У нас наверху тоже есть телевизор. Иногда, если мы смотрим фильм, то мы, взрослые, все здесь собираемся, а малыши идут наверх. Там у них игрушки, их игровая зона, их комнаты. В общем, вся территория их на втором этаже. Мы живем на первом этаже с Сашей, с малышом. Здесь больше никаких детских комнат нет. Все детки наверху, да? Хорошо вам там? Тепло, светло. И мухи не кусают, да? Вот, причесывай давай свои волосики. Красотка. Обстригла себе в свое время челку, и теперь она так долго растет у нее. Никак не можем отрасти. Отрастить. Давай. Любит смотреть игрушки. Прям просто в поиске пишем игрушки. И вот это вот ее прям тема. Она выбирает. Одно время, когда она была совсем маленькая, мы смотрели каждый день Буба. Ой, это вообще не знаю. Так тяжело было. Сейчас она отошла от этого. Наконец-то. Сейчас вот игрушки. Ты, Сань, тоже иди одевайся и кушай, хорошо? Так, я готовлю кашку. О, давление спускать. Сейчас будет мультиварка, только надо. Надо только перевернуть, чтобы немножко не парило на шкафы подвесные. Сейчас добавлю молочка и масла. Вот обычно в мультиварке всегда готовлю кашу. Мне очень нравится. Можно отойти куда-то. Не беспокоиться, что что-то убежит. Осталось у меня вчера сыворотки, вот столько с 3-литровой банки творожок готовила. Думаю, что можно сделать блины на ней. Сейчас добавлю молочка. Можно сразу молоко пускать, можно позже. Я тут пока с Ваней бегала, не успела. Только промыла крупу и поставила. Так, вот такой у меня фирмы Тефаль. Очень хорошие, мне очень нравится. Сейчас на подогрев встала. Опа. Не обжечься. Ну, просто вот крупа сварилась. Сейчас мы еще добавим молочка. Немножко прокипятим, чтобы потом она не испортилась. Все, добавила молочка. Сейчас 5 минуток проварится и можно будет уже кушать. Подогрев надо. На крупы 2 минутки. Все, заблокировалось опять сразу. Так, друзья, хотела показать. Смотрите, заказывала на Лавгрисе вот такие тряпочки. Вот сейчас пользуюсь. Они такие классные. Я вообще не знаю. Они такие мягкие. Тут очень много их. И недорого. Вот они разноцветные. Алиса даже для своих кукол взяла одеялки, да? Где они, кстати, тебе? Эти фиолетовые, такие вот зеленые, причем яркие такие цвета. И такой полный пакет вообще этих тряпок. Попользовался, там, выкинул, потом и взял чистенькую.
хорошая. Я уже не знаю, недели две, наверное, пользуюсь. Две я беру, чтобы у меня на кухне две было. И они до сих пор очень хорошие. Я их просто дезинфицирую всегда, и они классные. Да, Алиса? Да. Вообще. Вот буду с вами делиться иногда, что заказываю на Валберис. В основном только там. На Озоне еще иногда беру, но в основном на Валберисе. Так, и вот такую вот взяла еще Нестажен смесь. Тоже на Валберисе большую беру упаковку. Ну, мы что-то с Сашей так посчитали, что в Иркутске немного дешевле будет у нас. Ну, буквально там, я не знаю, сотня, может, туда-сюда. Тут три пачечки, вот такую смесь кушает у меня Мирон. Одной пачки хватает где-то на дня 2-3 упаковочки. Это плюс мы еще на грудях пополам. Кушает очень хорошо. Вот, видите, она такая килограммовая, 1,50 кг даже. Тут три пачки по 350 единичка. Вот все мои детки кушали такую смесь, мне нравится. Хорошо прибавляют в весе детки, растут хорошо. Так, а вот так вот я вижу, как у меня малыш проснулся, сразу же бегу к нему. Слышно все хорошо, такая видео няня у меня. Ну-ка, Сань, повтори, что ты сейчас еще раз сказал. А? Нет, он говорит, у нас что, есть подписчики? Я говорю, конечно, есть подписчики. Ты что такого узнал? Да? Какие они, говорит? Я говорю, самые лучшие. Мирошка опять плачет. Ты плачешь, где сосочка? Тише, скорее. Опа. Давай, присасывайся. Он еще должен немножко поспать. Еще рано.